Экскурсия номер два, мать. Вот тебе и мать. Вот так круто. Я не знаю ее в дверь, а где можно сейчас покрасываю, покажу. Слышь, пап, а ты сделал, не знаю, пацанчик назовут, можно вообще кто-нибудь на дрожжи подъехать? Может, они... Не знаю, камера передаст все или нет. Ну, живой это пи***. Как будто ядерная бомба упала. Отвечаю. Ничего живого нету. Смотри. Да это пи***. Мне так стрёмно тут ходить, это оно же горит еще, взрывается. Экскурсия продолжается. Валю домой. Начал охуеть. Стремно, блядь, ребята. Наступил немного. Ух. Вот ноги, надо смотреть. Вот ноги. Но асфальта даже не видно. Понятно. Вот такая вот дилемма. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добрый. Ага. Мирный. Вот заходим на территорию завода. Охуеть. Да ты что? Братан, как же тут это? Все, ты что? Это стрёмно сейчас, как б***ь даст, б***ь. Ну, сгорит ещё, б***ь. Ох, и запах гари, да? Я, б***ь. Да. Люди ходят, видишь? Туда дальше.
Та ні, ну це жесть. А от що-то димить, бля. Да, що там? Домов нет, он машина, он сгоревший стоят. Может пойдем вот так вот обойдем туда? Бля, какая гильза валяется, видишь, он с копьем. Ага. Противотанка вообще. Гора там валяется. Глянь, как разорвало. Сплавило. Сплавило. Восстановить пьем. Арматура. Их сдуло, понял? Да, конечно, блядь. Тупо сдуло. Да, тупо сдуло, блядь. Что, не бахает? Можно идти туда? Сейчас узнаем, да. Ах. Да ты что, и вот она стоит целенько. Ебнуться. Горячий пипец такой. Братан, то брось его, ну на газовую трубу. Была автобаза. Да. Училище вон. Покажи училище. Смотри, что там от микрона осталось. Да не, ну микрон все. Все разорвалось, снесло деревья. Глянь, от них ничего не осталось. Гляди, улица. Да все, ничего не осталось. Все смело. Я такого еще не видел. Пойдем. Да, вот улица.